Шалкарский район с большим размахом провел День единства народа Казахстана. На выставке в парке в центре города представители разных национальностей представили свои ремесла, национальные блюда, обычаи и традиции. Исполняющий обязанности акима района Кайрат Акшулак поздравил жителей и наградил группу шалкарцев, пропагандирующих культуру своей нации, семейные ценности. Праздничное мероприятие продолжилось на сцене перед районным историко-краеведческим музеем. Хоровой коллектив «Ардагерлер», созданный при районном Доме культуры имени Сара Батакула, исполнил песню о мире. Также выступили самодеятельные коллективы районного Дома культуры, музыкальной школы имени Казангапа Атлепбергенова и Дворца школьников.